У нас есть сфера, провели ее два параллельных сечения плоскостями. На расстояниях А и В от центра сферы. Да. Эта точка имеет координату А, вот эта точка имеет координату В. Вот. И нам нужно найти площадь вот такого пояса. Да, пояса этой сферы. Вот. Ну, в частности, если вы возьмете в качестве А минус R, а в качестве B R, то получите площадь всей сферы. Да. Ну вот, как мы это сделаем? Разобьем сферу на много маленьких кусочков. В смысле, вот этот пояс на много маленьких кусочков, так чтобы ширина каждого была dx. И посчитаем площадь каждого из них. Приблизим площадь каждого из них. Да. Некоторые величиной, да. Вот она здесь у нас уже написана. Вот это написано в доске, и это получается по формуле для посеченного конуса. Вот у нас есть конус. Нужно посчитать по площади вот этой штуки. Ну, это мы на самом деле считали тогда. Да. Ну, просто из площади большого конуса нужно вычислить площадь маленького. Ну, и немножко преобразовывать. Ну, так. Ну, в общем, не буду сейчас это делать, получится, в общем, вот эта штука. 2π на вот это и на вот это. Mm-hmm. Так, вот это большой корень. Вот. Ну и чтобы найти, соответственно, площадь этого пояса сферы, нужно dx устремить к нулю и взять, соответственно, интеграл от А до Б. Интеграл – это предел интегральной суммы. Да. Так, теперь от этой записи… Ну, поясните выкладки, поясните все-таки. Так, значит, замножим этот корень на сопряженные и разделить. Вот, у нас получится вот такое выражение здесь. Ну, это каждый может сам проверить, да. Да. Ну, соответственно, здесь все посокращается, останется 2х dx плюс dx в квадрате. И вообще все это в квадрате. Дальше мы вот dx в квадрате можем вынести за скобку и из-под корня его тоже вынести. И у нас получится вот это выражение на средней строчке. Да, мы переставили немножко порядок форму. Ну ничего. Да. Да. Ну, 2π мы тоже вынесли. Так, значит, у нас получается такая штука. Теперь заметим, что при малом dx вот этот корень отличается от вот такого корня на сколь угодно малую величину в процентном отношении. Мы можем подобрать такое dx, чтобы это отличалось от этого там на 1 делить на 10. Чтобы dx от x составляло бы, скажем, меньше тысячной доли процента. Да. Вот. И понятно, что тогда у нас. Вот у нас есть какая-то сумма с квадратом А1 плюс и так далее плюс АН. И B1 плюс и так далее плюс BN. И при этом B1 отличается не больше, ну, все слагаемые положительные, чем на там, 1 делить на 10 в n, ой, в коты. Да. От А1, А2 отличается от бета тоже не больше, чем 1 делить на 10 в коты. То и сумма раз. Да, то и их суммы тоже отличаются такое число раз. Соответственно, так как мы можем вот это устремить к нулю, значит, вот предел этих сумм у нас отличаться не будет. Да. Ну, а дальше алгебра. Дальше привели к общему знаменателю. Ну да. Дальше, когда мы придем к общему знаменателю, здесь получится r квадрат делить на r квадрат минус x квадрат. Ну, соответственно, знаменатель у нас уходит вот с этим вот. Да. И остается вот такое выражение. Но это интеграл. Вот. Это константы. Все, спасибо.